Катерина, 26 лет, сейчас в декретном отпуске. Дмитрию, 31. Пара в браке 4 года. Он достоин более лучшей партии. С рождением второго ребенка Дмитрий из внимательного и заботливого мужа превратился в жестокого эгоиста. Он понял, что я уже все, никуда не денусь. С тех пор у нас и пошло уже все. Почему исчезает сумасшедшая любовь всего лишь через год после свадьбы? Митя, он отстань от меня! Я люблю Катю. Не знаю за что. На что будет готов Дмитрий, чтобы вернуть жену? У нее шантаж очень сильно развит. Она и сейчас шантажирует. Какие ошибки родителей разрушают семьи их собственных детей? Тебе нужен отец? Мне уже он не нужен. А также какие страшные последствия имеет женское равнодушие к мужскому вниманию? Оставила все так, как есть. У меня почему-то есть такое желание встать и уйти. Удастся ли спасти эту семью? Реалити-шоу «Спасите нашу семью» на Первом городском.